Добро пожаловать в иную реальность. С вами Олег, и вы на канале DeepRail Game. А у нас Ведьмак. И мы начнем вот с этого. Починки брони. Есть вещи улучшены, а теперь заточка. Прекрасно. Ну а теперь, если мы чего-нибудь покушаем, есть. Точно так же и вот это есть, бутылочка. И также есть анимация зелий. У нас мод Complete Animation Redux. Это восстановление мода, по-моему, от 2017 года. Анимации. Вот еще папочка и вот скорость. Вот такой замечательный мод. То есть лут я отключил, чтобы он как бы нас не задалбывал. А вот вот такие вещи очень и очень интересно. Итак, у нас есть задание найти Тамару. Собственно, мы туда сейчас и пойдем. Ну, походу, вот это откроем, наверное, вот это и пойдем дальше. Так как это все рядом, поэтому предлагаю начать с этого. Не отпускай его! Убью. Ребят, это вы погорячились. Так, а что у вас есть интересное? Извините, ребята, нужен мед. Конечно, это варварство таким способом добывать, но ведь это дикие пчелы, поэтому уж извиняйте, ежели чего. Блин, как же красиво. Как же, блин, все-таки красиво. Кстати, у нас стоит... Кстати! Стоит Immersion Lighting. О нем как-то описывать я даже не знаю. Может быть, какими-то частями. Но вот это все освещение плюс решейд. Заточенный под него. Я там чуть-чуть подправил, конечно. У нас получается такая великолепнейшая картинка. Разумеется, на мой взгляд. Так, не забываем, что мы идем в Аксенфурт. Но пока... Пока. Так, военные трофеи. И где?
А, вижу. Понял, ключ есть. Да. Не густо. А чё он прямо аж светится, не пойму. Так, а собрали мы все, точно? Да, теоретически. Ну и здесь заодно глянем. Ведь мы все по ходу. Не отвлекаемся, человек в беде. О, надо ж помочь. Надо. Надо. Да чего ж так долго, елки зеленые? Ну давай! Это вы, ребята, такие все какие-то неправильные. Не-не-не, хрен ты меня выстрелишь. По зенкам его, сукина сына. Ах ты, еще один. О, как я попал. Так, стоп. Ой-ой-ой-ой-ой, как вас много, ребята, а? Не так быстро. Сколько мне еще ждать? Нехорошо. Так, а это гораздо интереснее уже. Где ты, стрелок? Отдохни. Что тут у нас? Господин сержант. Прежде всего, можем в любую минуту доставить еще несколько холопов. А, уроды. Воруют людей. Гамадрилы. Цветы. Оружейник. Ну, надеюсь, ты выйдешь отсюда.
и мне не придется спасать тебя, точнее, второй раз. Нам же в Оксенфурт, господи, чё я опять? Фиг. Ух ты, блин, смотрите. Не-не-не, я не могу пройти. Сейчас. Опа! Улыбочку. Блин, какая же красота. Елки зеленые. Где наша лошадка? Красавица. Вперед, вперед, вперед! Так, найти Тамару, да-да, я помню. Мы скачем в том направлении. Так, возле бережка, любуясь пейзажами. Почему бы нет? И по возможности ничего не пропуская. Подожди, мне ж нужен был Квен. А, есть, понял. Ребята, а чё сидим? Кого ждем? Пристань в сполох. Мы молодцы? Конечно, мы молодцы. Только теперь воровать не получится. Если у меня сын родится, назову Геральтом. Спасибо. Сама напрашивается. Лакать будет, как баронские с ней попляшут. А потом еще село дотла сожгут. Так, новая отметка. Знаешь, чем приходится платить за и помощь? Чего? Кровью и дурными снами. Не совсем понял. А где? Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Откуда столько доверия в людях? Ну да, ну да, она... А вот вижу. У нас появилась меточка. Так, да благословит тебя Мелителле, Нитель. Ниппель, да? Ниппель, а в том сундучке, что ты мне дал отвезти, там было что-то, что-нибудь ценное, а то как... А то так приключилось, что сундучок этот выпал из лодки, и только я его и видел. Я пробовал его выловить, но там на дне какое-то лихо живет, должно быть.
Должно быть. Сколько раз я сеть закидывал, вынимал порванный. Может, я смогу тебе это как-то компенсировать? Например, скидками за будущие доставки. Ну, мы... Так, обязательно. Мы проверим, как это. Как же ж, так же ж. Ух ты, елки зеленые. Че, орем? А, понял вас. Так, вот и нет. А где сундучок? А, вижу. Ничего так, нехилый сундучок. Мне пригодится. Опа, что это? Возьмем, вдруг пригодится. Так, а уже почти вечер. Ух ты, бля, 709 здоровья. 10 уровня. В принципе... Очень даже. Очень даже неплохо. Ладно, пока. Идем дальше. Вот здесь и вот сюда. Ну, тут же все по ходу. Потом на этот мост. Да, сюда не заходим, иначе это мы еще затянем надолго. Кажется, дождь начинается. Так, а это возле вот этого дуба значок. Дуба, старинного дуба. Ну да. Или нет? Нет, я пробежал. Почему? А здесь тогда что? Ух ты! Понял тебя. Хватит болтать, к бою! Откладывай назад! Вот что значит, мать твою, нанять слишком дешевую охрану. Спасибо тебе, ведьмак! Не знаю, что было бы, если бы не ты. Твоя охрана сбежала? Не успели, к счастью, мать их так. Ты же их и порубил. Они только и ждали, пока мы отъедем от жилья. А ведь я еще сам проверял, хорошо ли они вооружены, паршивцы. У нас против них шансов не было. Как же вы добрались до самого Велена? Здесь сейчас, кажется, не с кем торговать. Здесь есть барон. Может, слышал о таком? И неужели стоит ради него отправляться в такую даль? Если бы оно того не стоило, мы бы и носа не сунули в эти забытые богами края. Зато у нас здесь никакой конкуренции. Вообще. Спасибо за помощь. Возьми. Они должны были это получить, если бы благополучно довезли нас до места. Как говорится, удачи, купцы. Так, а я не дошел. Клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. Я с вами потом. Так, а стой. А что, если с ними сейчас поторговать? Или сейчас, наверное, рано? Не-не-не, пусть едут.
чего исследовать? Чё ты заблудился, я не пойму. Так, а здесь что-то есть. Сокровище где? Ой, какая прелесть! Так, успокойся. Как же ж после этого не заходить, не проверять? Да быть такого не может, чтоб не проверять. Ой-ой-ой-ой, туманник, зараза. Ах ты хитро мудрый. А чё, ты один, что ли? Янок, конечно, мы примем вас под свой кров. Что за вопрос? Приезжай со всей семьей. Война к нам еще не пришла, еды у нас вдоволь, может даже слишком. Брюхо у меня последнее время растет, как будто все понятно. Они не дождались. Своей семьи. Опа, что это? Да уж не повезло. Как бы это не печально звучало. Ну что ж, продвигаемся. Наверное, тут проще пешком. Не понял, кто это такой невидимый был. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Так, я думаю, нужно переночевать, а то опять будем по ночи лазить.
больше не... О, как это не... О, ой-ой-ой-ой, как я удачно зашел. Кстати, заодно можно будет посмотреть. Вот здесь на ровненькой мы сядем. Заодно посмотреть, что мы можем сделать. Так, у нас много... Ой-ой-ой, много всего, да? Ух ты, ёлки-моталки. Какая прелесть. И тут надо продаться. Так, и сумки хорошие. Ладно, алхимия. Итак, здесь-то мы можем... На всякий случай. Улучшенная. Ах ты, блин. Надо будет покупать. Нет, эти я пока не хочу. Еда. Нет. Тут пока нет. Повешенный кто? А, накеры. Да пока я не хочу ничего делать. А, вот это сделаю. И улучшенный сразу. Прекрасно. Черная кошка. Ну, а ремесло нужно только делать у мастеров. Тут нам как бы... А, вот здесь умение. А тут тоже ничего. Тогда все. Типа отдыхаем. Поехали дальше. Мы, конечно, заимели кучу рецептов. Так, лагерь бандитов. Стой здесь. Не понял, а чё нет никого? А, их уже побили. Ну и отлично. Так сказать, мы со спокойной душой едем вот сюда. Наверное, в конце игры я выложу папку со скриншотами. Наверняка. Так, а у нас есть грамота, по-моему, да? Что-то я не туда забрался немножко. Хотя мы можем просто тупо переплыть. Зачем нам... А, пройдемся на всякий случай. Что такое? Что это за... Ну, поселение камер. Слазь, слазь, не пойму.
Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Ага, очень смешно. Блин, куда же здесь идти? Нахрена я сюда вообще спустился? Понятно. Я пошел совершенно в другую сторону. Так, чего у нас за ребята? Да, вот интересно. О, сволочь! А чё ты упираешься мне, дурачок? Интересно, интересно. Так, я хотел посмотреть солдат. Значит, у нас еще один мод на улучшение фракций. То есть он меняет немножко облик. Там реданцев, там тимерцев, ну и так далее. Теперь они более как бы оформлены. Ну, если вы помните зорницу. Синий, белый, красный. Вот здесь как бы они более от красный, более красному. Тем более они переделаны немножко. Визуально, разумеется. Теперь видно, что это мечник, это офицер. Достаточно интересно. Хотя нет, это солдат, но тем не менее более в другой форме интересно. И кстати, он делает те же анимации при заточке, как и у нас стоят. Так что эти моды очень правильные. Разумеется. Такие, как ты, только болезни разносят. Да, да, конечно. Разумеется, в моем понимании. Да, отличный мод. Вот такой интересный. В списке модов, которые я прилагаю внизу, он, разумеется, есть. Там он подписан, да? Они есть, да, действительно, теперь видно, что это красные. Поэтому, собственно, я сюда и пошел посмотреть. А вот лучники, более легкие. Да, вот они другие, гораздо интереснее. А, вот, не пропускают никого. Мы могли бы, конечно же, все это проплыть. Грамота есть. Нам бумаги без надобности. Мы сами из Новиграда. Коренные жители. Были в Изиме по делам. Вот только... Без грамоты не пущу. Грамота? Нахрена вам грамота? Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нет. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достает. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять забыли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. Проходи. Наш домик в Изиме, в торговом квартале, с красной черепичной крышей.
Не знаешь, стоит еще? Предание. Невидаль. Ой-ой-ой, что это за прорисовки такие? Как там в сказке было? Это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? Так, а здесь же есть, по-моему, торговцы, да? И мы можем часть им продать. Русалкины сиськи, да из тебя попрошайку покручивай. А вот и алхимия. Чем из меня? Ой, чё это со мной? Не понял, волосы верни. Берегись, ублюдок. Это был за глюк такой. Я чуть не охренел. Так, и где торговец-то? И что в городе есть охотники? Понятно, я еще не туда зашел. Опять голова болит. Так, сразу доской воспользуемся. Ох ты, ёб твою. Так, тролль. Чудовище. Короче, берем все. Гвинт обязательно. И лесное. Да, мы все возьмем. Потом будем читать. Эй! А что для вас, ваша милость? Я лучшие товары поеду. Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. Бумаги-то как раз нет. Армия реквизировала на военные цели. Бумаг. Все потом посмотрим в начале. Ага. Так, нам сюда, наверное. Давайте сделаем немножко не так. Мы уже продолжим в следующей серии. Ой, что-то у меня... Опа! С ними проблемы. Ты кто? Куда поплыл? Стой! Арестуйте его! Твою мать! Ха-ха. Ну что ж, пока ставим так. Будем разбираться. Спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч. Пока!